Ну показывай скорее, что у тебя написано. Да там ничего особенного. Я так и знала. Прости, но это очень необычная надпись. Зато он совершенно точно будет особенным. У меня вот довольно банальная надпись. Нормальная. У тебя нормальная надпись. Кто вообще станет начинать знакомство с таких слов? Мне больше интересно, что у него написано, ведь ты на это что-то ответишь. Тебе не кажется странным, что наши судьбы определяют дурацкая надпись на запястье? И почему она появляется именно в 18? Зато у нас есть хоть какая-то определенность в жизни. Тебе не приходится тратить время на лишних людей. Ты просто просыпаешься в один день, и уже все решено, остается только немножко подождать. Я думаю, это латте макиато с кокосовой стружкой. Что? Я имею в виду кофе. Мармелад по акции не желаете? Познакомимся. Долго стоять будем. Дай проехать. Пардон, мадам, обознался. Ты примешь от меня эту розу? А ты девушка? Фу, вы почуяли? Человеком тянет. Белла? Манджерна. Молто Белла. У нас есть повод обновить кухню. Здравствуйте. У вас есть минутка поговорить о Боге? А что, если со мной это не работает? Вдруг эта надпись просто описание моей жизни? Я не знаю ни одного человека, с кем бы это не работало. Моей тете далеко за 40, и она до сих пор не встретила свою судьбу. Может, это наследственное, мне тоже суждено встретить старость с котами? Алло, тебе всего 24, а ты уже собралась обживаться котами? Ты себя слышишь? Вообще о старости будешь говорить, когда вино тебе понадобится только для того, чтобы поднять давление.
Вся наша жизнь — ошибка и позор.